Друзья, следующий наш отель — это Atlantida Camellia Selin. Также находится в Седе, вот таком уже более уютном, как вы видите, месте. Ну, давайте, в общем, все вместе с вами и посмотрим. Друзья, вот здесь как раз у нас находится территория отеля. Она не такая гигантская, но достаточно большая. Здесь три отеля сети Selin, да, и, соответственно, можно спокойно пользоваться общей территорией. Ну, здесь видите, вот мы здесь с вами были в лобби, там номера, здесь, соответственно, бассейн, территория, выход к пляжу, пляж песчаный. Сейчас мы оттуда пройдем. Как я говорил, мы с вами выйдем на территорию, мы уже по ней прогуливаемся. Сегодня, кстати, погодка, опять же, отличная. Тепло, но не прям жара, все-таки апрель месяц, но, тем не менее, очень хорошо. Видите, да, детская зона есть, небольшой детский клуб без аквазоны, большой бассейн, шезлонги возле бассейна стоят, все уже работает, как видите, гости уже отдыхают. Ну вот здесь прямо сразу есть выход на пляж, очень красивый, живописный, на самом деле все очень аккуратно и красиво, как видите, даже перила сделаны в форме дерева. История не гигантская, но очень компактная, не кажется маленькой и... В общем, очень уютная. И не только уютная, но еще и красивая, еще и практичная, удобная. Давайте с вами все-таки выйдем на пляж сейчас. Посмотрим, как у нас расположены шезлонги, какой вход в море. Везде песок, прям песок. Здесь можно от песка помыться, смыть себе этот песок. Большая, видите, береговая линия. Обычно бывает маленькая, здесь да, большая береговая линия. Можно куда пойти разгуляться. Ну, конечно же, есть бич-бар свой, собственный. Вам было негде, было грустно, если захотелось попить что-то, пожалуйста. Как видите, пляж здесь полностью песчаный, даже камней абсолютно нет. Соответственно, заход тоже полностью песчаный. Что отличает здесь СД? Особое отличие, да, видите, полностью песок, песчаный вход, вход пологий. Так что, если вы любите песчаные пляжи, песок, вам как раз СД очень хорошо подойдет. Ну, вот смотрите, как я и говорил сейчас, что Camellia стоит из трех больших отелей, скажем, такая сеть. Camellia Selin, мы были вон там, в том отеле. И, соответственно, Camellia Fulia вот здесь, и еще K-Club будет за ним, соответственно, в сторонке. Вот несколько корпусов сети отелей Camellia, конечно, это самый Selin, самый премиальный, самый близкий к морю и так далее. Территорию, конечно, как говорил, можно пользоваться одной, ресторанами можно пользоваться, но с другими ресторанами вход между ними будет $5 с человека. Вот. Ну, много чего есть, и теннисные корты, и футбольные поля, и огромная территория, конечно же, пляжа. Только стили у всех разные, у Camellia такой вот восточный стиль, все в белых цветах. Голубые бассейны, а Selin немножко в другом, таком, я бы сказал бы, наверное, делюксовом каком-то варианте, да, где более премиальные вещи, и вот сделан более в таком простом стиле, но с акцентами на другие детали совершенно. Здесь вот есть амфитеатр, понятно, где проходят всякие мероприятия. И вот, соответственно, мы пришли тоже к территории, той же территории Selin. Здесь есть огромный, скажем так, аквапарк, бассейн. Анимационные программы здесь проводятся. Горки, аквапарк. Детский клуб. Обращу внимание, что находится в тени деревьев. Здесь можно поиграть спокойно детям. Здесь, конечно, закрытая часть его, где проводятся всякие мастер-классы там и так далее, и открытая. Большая территория, очень большая территория. Я здесь не был ни разу, но мне здесь нравится, и вам тоже 100% понравится.
Селин Клаб. Мы сейчас с вами посмотрим номера вот в этом отеле, который сделан в таком интересном восточном стиле. Поэтому пойдемте заглянем. Такие коридорчики красивые, с орхидеями. Это номер стандарт, плюс дополнительные кровати. Вот кровать здесь сразу, душевая. Слушайте, ну прикольно такое все, стильненько. И, кстати, опять же обращу внимание, что номера большие, просторные. Выходим на балкон, и как раз, чтобы вам было понятно, где мы находимся. Вот такой вот балкончик свой, с выходом на территорию. Здесь у нас бассейны, вот мы сейчас с вами прогуливаем зону аквапарка. Вот он у нас пляж, вот он у нас Камелия Селин, да. Сейчас мы находимся в Камелии Клаб с вами, вот с таким красивым дизайном. Мы сейчас в отеле Клаб Селин. Это сьют с двумя спальнями. Да, номера хорошие, огромные, просторные, но, к сожалению, нам не удалось посмотреть номера в самом Селине, да, потому что все номера заняты, ну или нам говорят, что не заняты, в общем, не показали. А здесь, пожалуйста, у нас сьют с двумя отдельными спальнями. Все очень светлое, все очень чистое, балкон, в общем, все как положено, с видом на это красивое здание. Вы видели, да, номера огромные. Еще раз, какой плюс большой, то что здесь большая территория, неважно, где вы живете, можете использовать ее как удобно и свободно перемещаться по ней.